Привет, народ, с вами Ник Фрост, добро пожаловать в Mortal Kombat Mobile. Значит, небольшое объявление. Это тестовый ролик, я не знаю, как он получится и получится ли вообще. Я буду часто смотреть налево. Налево это на мой второй монитор, на котором я решил запустить OBS-ку. Вспомнить, как ей писать. Помните, я вам рассказывал о утилите Mirrors Action? Там очень удобно можно выбирать место для камеры, классно писать, все дела. Но что-то она меня последнее время подводила. И несколько роликов похерилось совсем. Желание записать с камеры иногда возникает, вот как сегодня. Ваших отрядов набралось уже 2 или 3 ролика на канале, плюс где-то 6 штук. Блин, 2 часа? 2 часа до конца это самое. Плюс где-то 6 штук ваших пожеланий я сохранил скриншотами. Так что мы сейчас поиграем. А ну секундочку, магазин. Надо зайти в персонажа. Был я там или не был. Тут всякое говно, понятно. Так, испытание завершено. Чисто тестовый ролик. Хочу сейчас один записать и посмотреть, как эта ОБС-ка еще пишет. Первый раз я тестирую, чтобы было. И второй моник. Ух ты, блин, не то нажал. Не могу сосредоточиться, потому что, ну, как-то, блин, никогда у меня еще не было такого, что надо смотреть налево, как я выгляжу. Сейчас каким-нибудь вашим отрядом сыграю. По идее, надо было бы играть, когда закончится уже турнир. Сейчас это бессмысленно. Вы знаете, я стараюсь не играть, если это не сулит мне какую-то награду. Но чисто ради эксперимента хочу. Сегодня у меня последний день отпуска. Вот поэкспериментировать мне просто захотелось. Да блин, снова не то нажал, но это из-за того, что я немного в растерянности, мне все время хочется смотреть на второй экран. Возможно, его надо было вот так, над моим, зафиксировать на кронштейне, чтобы я на него отсюда смотрел. Так, поскольку я немного туплю, ну, приношу прощения. Так, отправляем этих Танюшек на задание. Так, вперед, далее, там надо было... Так, и здесь у меня Ермак, где-то здесь у меня Ермак. Ого, блин, у меня аж коробит, как там слева все, что я здесь делаю, повторяется. Как эти, блин, стримеры, ну это дело привычки. Меня это трындец как отвлекает, оно еще там с небольшой задержкой все это происходит, такую долю секунды. Ладно, войны фракций. Так, значит, ребята, ролики выходят приблизительно через день по Mortal Kombat. Желаний очень у вас много, так что я просто физически не смогу все это выполнить. Я выбираю там самые-самые-самые. Итак, что-то торкнуло, значит, Андрей. Сейчас мы приблизим. Блин, слева у меня 21,5 дюйма, а передо мной 27. И, знаете, 21 дюйма, ну, блин, мелковато будет. Разве что его поставить в 40 сантиметрах перед башкой. Так, сейчас я приближу имя. Имя, значит, так, Андрей Панарин. Не знаю, где тут ударение. Просит, что-то меня торкнуло или торкнуло его. А давай как-нибудь соберешь отряд. Ловкий рептилия, кракен рептилия и гитана день мертвый. Хотелось бы глянуть. А то у меня рептилии обе слабые совсем. Так, сейчас и мы глянем. Значит так, ловкий рептилия. Экспериментируем, ребята, экспериментируем. Так, я надеюсь, они золотые. Китана День мертвых не золотая. Насколько мне... Так. Китана День мертвых есть. Далее мы выбираем золото. Ловкий рептилия, кракен рептилия. Так, сложно мне сосредоточиться. Оно, блин, не маши слева. Не повторяй то, что я тут делаю. Это капец. Так, сейчас мы сделаем это по-хитрому. Внешний мир. Сортируем по атаке в обратном порядке. Они где-то здесь должны быть. Ловкий рептилия есть и кракен. Кракен рептилия есть. Так, чисто тест. Так, китана Малеха выбивается. Китану можно будет поставить первой. Точно китану он просит? Ловкий рептилия и кракен рептилия. Китану можно поставить первой, пусть она там их всех поджигает, отбирает. Или наоборот ее сделать супер сильной, чтобы она всех убивала. Я даже не знаю, что сделать. Так, я жмурюсь по причине того, что вы знаете, по какой причине. Необычно мне играть с включенным светом. Представляете, как так 20 лет сидеть без света и тут начинать эксперименты проводить. Так.
Ох, и давно же я ОБС-кой не писал. Чё-то там столько ползунков двигается, везде что-то происходит, блин, ё-моё. Тут несколько вариантов, либо этих делать сильнее, а китана и так пойдет, либо уже сделать убер китану, которая будет просто всех выносить под ноль. Учитывая, что у кракена более-менее адекватный прием, у ловкого там второй вообще ни о чем, если мне память не изменяет. Или давайте их подтянем по урону, давайте, наверное, их подтянем. Или нет, или да, или нет. Ну давайте, давайте сделаем кракена сильнее. Значит так, кракен молот, раз. Родную броньку, два. Ой, кстати, погодите секундочку, давайте. Видно мой смартфон? Давайте. Жена пишет. Наверное, букву она не это самое. Так, это важно. Парни выходил. Может, в кафе сходим? Оу, ес. Так, пишем. Пишу ролик. Немного занят. Да, это жестко жене такое отвечать. Немного. Да с какой ты, блин, падла. Не, ну, не жена, вы поняли. Немного занят. Точка. В кафе пойдем. Точка. Отметим последний день отпуска. Точка. Пишу ролик, немного занят. В кафе пойдем. Все. Так, и вырубаем нафиг режим полета. Это будет долгий экспериментальный ролик. Приношу извинения за то, чем я тут занимаюсь. Блин, и за то, что я так жмурюсь. Так. И вот это ему дадим. Хотя смысл. Не, ну пусть будет. Делаем сильным его. Так, делаем его сильным относительно. Сейчас, секунду, ребята. Можно было бы это все подготовить до записи. Ну, как бы. Бедные стойки. Так, все понятно. Так. Кракен готов. Ловкий. Китана. Китана, блин. Ловкий, ловкий, неплохой парень. Я не помню уже, что он умеет делать, если честно. Кислотная рвота. Вообще давно не играл. Глянь. Смотрите, кровавый томагавк оказался, блин, одет на шиноки. Его типа нельзя взять. Ну что за мазафака, да? Вот Николай отправил шинока туда на задание. Он преисподний или бог, или кто он? Шинок, блин, отдай шмотки, слышь, Вася. Вроде бы тут разработчики типа что-то тут закрывали. Бля, недоступно. Кровавый томагавк недоступно. А, блин, недоступно, да, верю, верю. Кровавый томагавк недоступно. Так. Или пусть он опустошает. Возможно, это странное дело. Пусть он опустошает. Все, он будет первым. Этот второй китана на добивание. Китана у нас будет. Все-таки я ей дам кровавый томагавк. Дам ей ее родную бронечку. Не бронечку, а шмоточку я имел в виду. Вот это. Короче, очень странную хрень я собираю, но простите меня. Я еще не могу сосредоточиться, что оно слева повторяет все за мной. Короче, в бой, то мы так никогда не начнем. В бой, в бой, в бой, в бой. Этот поджигает, этот непонятно что делает. Это, короче, на добивании. Все. Развернуть на весь экран, меня слева. Все. Так, мышка слева, мышка справа, все. Счетчик кадров. Нет, ОБС-ка пишет счетчик кадров. Ну, простите, я не могу его отключить. К счастью или к сожалению, я не могу его отключить. Зато я могу убрать фон. Не, ОБС-ка годнота. Годнота, только мне не нравится то, как она сильно ресурсы прожирает. Shadowplay гораздо мне приятнее писать. О, какая долгая загрузка. Так, я надеюсь, у нас включен не русский язык. Потому что если будет включен русский язык, это все херит. А ну давайте попробуем плюнуть. Так, плевок получается, значит у нас не русский язык включен. Если хотите,
Можем даже перейти в другой эмулятор. Там у меня Android 7.1 экспериментальный. Чисто для теста я его там держу. И там можно включить 120 кадров. Или здесь, например, можно включить 120 кадров. А что мы регенерируем? Ага. Зайчик вообще бессмысленная фигня. Как я играю рептилиями? Ну, раньше. Сейчас я ими-то вообще не играю. Если честно, я не вспомню, когда последний раз играл рептилий. Я просто их всех заплевываю. Первым спецприемом. Вау, вы не против, если я буду налево смотреть? Так, что-то у меня там даже бежит на новый монитор. 0 рублей. Круто. Это осталось со стримов. Просто не буду, я не стал переделывать окошки. Окошко для записи и окошко для стримов. Я одну эту хрень оставил. Просто одну галочку мне надо снять в настройках звука, чтобы я мог записывать в две разных звуковых дорожки и ее же назад поставить, чтобы звук суммировался в один поток для стримов. Сейчас у меня звук будет разделяться. Не знаю, в плане громкости. О, какой я большой. Даже хромакей частично работает. На мне есть что-то зеленое? Нету? Все такое примитивное на начальном уровне. Ням-ням-ням. А ну-ка, секунду, давайте это. Раз уж у нас такой экспериментальный ролик, вы не против, если я поэкспериментирую? Где тут у меня устройство захвата видео, фильтры? Так, ребята, не пугайтесь. Эй, хромакей, тятька. Работает, блин? It's a magic. Маска изображения смешивания. Не знаю, что за маска и что она у меня там смешивала. Круто, блин. Так, а теперь снова хочу вернуться на этот экран. Так, вернулся. Я вернулся. Жена хочет кафе. Так она, блин, в 9.15 только придет. Ну ладно, в кафе так кафе. Она до 20.30 работает. Сейчас он у меня силу заберет. Так, хер тебе. Ты сейчас сдохнешь, и мы начнем регенерейшн. Так, что тут у него делать, я забыл, ага. О, а знаете, что еще прикольно? Нажмем очередную паузу. Так, вы видите мою мышку, да? Но ведь это же ОБС-ка, это никакой... Да блин, ё. Но ведь это же ОБС-ка. Свойство захвата экрана. Свойство. Захват курсора. Галочку снять. И кто теперь докажет, что я играю не на этом самом? Не на эмуляторе? Графика убогая, да? То есть я играю на своем смартфоне. Блин, тут... спасибо тебе, чувачок, за отряд. Тут можно просто смотреть на второй экран. А давайте зайчика сделаем. Зайчика по приколу. Опа. Зайчик это страшно весь. Туф-туф-туф-туф-туф. Он становится мега быстро прыгать. Прыгать, бегать и все такое. Много вариантов ее убийства. У меня прям, я не знаю, может первым приемом? Он добивает вообще. Пью. Все, теперь я не смогу мышкой водить и говорить, а вот посмотрите в правый экран, а вот посмотрите на его ник и мышкой, знаете, как я обвожу, типа, курсорчиком. Все, теперь я не могу. Блин, а шея уже болит влево смотреть. О! А что, забавно, я так это, втянусь к ОБС-ке и стримить снова начну. Помню, когда-то я стримил. Год прошел с тех времен. Я в кадре. О, можно вебочку на... А, не, нельзя, тут же ж монитор без этого. У меня монитор без... У него только нижняя грань есть. Маленький Hewlett Packard. У него нет левой, верхней и правой грани. Он безрамочный. Вебку некуда цеплять. Я думаю, вебку слева подцепить. Я все время типа смотрю влево. Ну и вы типа будете видеть, как я смотрю влево. Типа я на зрителей смотрю, да, вот так. Сейчас, кстати, неплохо хромакей, я вижу, работает, но он фигово работает, когда нет дневного освещения, и я только с лампочкой остаюсь. Я не включаю на себя эту самую...
чтобы на меня светило. Я не могу, я не знаю, как там Игоряо и другие там чувачки, снимающие Mortal Kombat, как они сидят, мне настолько непривычно. То есть человек, блин, просидевший в темноте, я как крот, блин. И оно мне все светит, оно мешает, этот боковой этот. У меня есть в бокс, я в Китае купил за 40 баксов. С четырьмя лампочками. Да что за мазафака? Я, если честно, вообще, ты меня прости, что я так играю твоим отрядом. Я вообще бездумно, у меня все мысли о том, хорошо ли оно пишет, хорошо ли я получаюсь там. Да, щеки красные, свет. Это что за щека? Это левая щека. Для вас что-то она правая? Но это левая щека. Там у меня открыто окно. Я даже, чтобы мне ничего не мешало в кадре, я даже... у меня же ремонт, и моя комната склад. Моя комната просто склад. Так вот, я даже не поленился. Часть шкафа сзади, которая постоянно была в кадре, я даже убрал ее. Простите за это выражение лица, это просто я давно не это... Точнее, не то, что давно, вообще никогда не писал, чтобы сразу же себе видеть. У меня просто не было второго Моника, я все выводил на смартфоны, на этот самый, на планшеты. А теперь можно в маленьком окошечке сделать где-то ОБС-очку, чтобы хоть ну, чуть видно было, что я там в кадре. И, например, вывести ваш чат или донаты или еще что-то. Правда, чё ты, Николай, решил этим заниматься, когда у тебя последний день отпуска? Ты чё, блин, не мог раньше? Сори. Я, конечно, не видел себя в том, в этом самом, но я заметил, что я язык высунул. Это знаете, как замечаю батя, например, мой, да и сам. Делаешь какую-то работу, типа там прибиваешь что-то, или вкручиваешь, или что-то шпаклюешь. И оно сложно, неудобно, не достаешь туда. И ты такой замечаешь, что сидишь, ну да, там в неудобной позе, где-то там под ванной какой-то. А, стол, я стол собирал, новый стол, короче. Сидишь под этим столом, пытаешься отверткой долезть. И сам замечаешь, что ты вот так сидишь так. Вот так. Или губу прикусил вот так. Или как-то и типа... Сука, крутись там. Или в этом духе. Или вот как сейчас сижу вот так. Как кошара мой, кстати, когда облизывается. Я иногда его пресекаю во время облизывания. И вон это. Знаете, что мне захотелось? А давайте включим на следующий ролик 120 кадров. Потянет мой компец 120 или не? Не потянет. Не потянет, но он только при Shadow Play стабильно показывает 120, а даже Mirror's Action просаживала там до 190 кадров в секунду. А OBS-ка жрет еще больше, чем Mirror's Action, то не будет у меня 120 кадров. Просто Mortal Kombat поддерживает 120 кадров, 120 FPS, да? То есть, если у вас крутые там Razer там или какие-то там крутяцкие смартфоны игровые, которые держат 90 и 120 Гц разверточку экрана, то, в принципе, Mortal Kombat у вас должен, ух, блин, FPS показывать. Кстати, по-моему, это самый страшный отряд триборгов, который может быть, но, походу, я на это не сильно обращаю внимания. Там-трам-трам-трам-трам-трам. Всех убили. В этого надо плюнуть. Костяной щит. Ну что, у нас идет регенерация. Короче, что я должен сказать? Надо было тебе просить третью рептилию. Вот тогда бы было круто. Три вот этих триборга как вышли, как вставили. Я снова на второй экран. А самое прикольное, что я могу в любой момент нажать супер магическую комбинацию клавиш. Сейчас они выйдут, я потом ее нажму. Ctrl-Alt-Shift-S. Опача. И могу, например, проводить какие-то махинации на основном экране, а вы этого не видите. It's a genius ли? А че оно там это, на том экране? Ага, все, понял. Эксперимент. Сейчас я, кстати, сохраню это видео, посмотрю, как оно там хоть получилось. Мне главное, чтобы звуковые дороги разделились. Чтобы я мог потом отдельно свой голос над ним пошаманить. Ну, убрать вот эти все. Вот это. Сейчас.
Вот это убрать частично, не полностью его гашу, но частично. И что там еще можно убрать? Крики там мои убрать, чтобы компенсатор работал. И компрессор, точнее. Так, давайте что-то здесь купим. Когда я уже этот поезд не апну, а? Короче, спасибо тебе за отряд. О, нифига себе, оно тормозит на левом экране. То есть я в ОБС-ке могу видеть, как в итоге файл получится или что? И если оно так, как в ОБС-ке, то все херово. То тормоза дичайшие. Спасибо тебе за отряд. Было забавно потестировать компьютер, играя твоим отрядом. Что у нас, мстительный шинок? Я не знаю, баги. Можно какие-то баги попроверять. Но мне лень. Ребята, я не буду врать, но по-моему, я видел лично, после этого обновления, я лично видел ролик англоязычный. Чувак там, все ему писали на английском языке, а он в ролике вообще молчал. Где он фармит души вот этим, 14 битв проходит, а 15-ю, блядь, 14 я сказал, 11 битв проходит, а 12-ю нажимает купить и в момент этого сворачивает нахрен игру, ну как мы делали обычно. Ади этот самый. Ну как мы делали, да, вот так. Раз и закрывает. И все, и потом снова заходит в игру, и там оно уже типа все есть. Ну, я не знаю, могу за... счетчик кадров заценить, с ума сошел. Почему вы не видите картинку? Алло, почему вы не видите картинку? То ли не успевает, то ли я не знаю, что за проблема. Короче... И все, и потом он закрывает, перезаходит, и у него все сбрасывается. Ну, лично я не проверяю. Оно у меня через раз работало на эмуляторе, может на планшете оно и... Ну, на смартфоне оно круто получается, сразу, быстро, качественно и фармится. Но на эмуляторе я пару раз попробовал, чисто для себя, даже не для записи. То я не успеваю, как там надо, когда его закрыть. У меня тупо оно проходится, третья башня, и все. Ну, можете поэкспериментировать, кто хочет это... особо в минус вас не загонит. А так, не знаю, я, наверное, проверять не буду. Так, ладненько, я сейчас все это дело пресекаю, смотрю, получилась ли у меня запись и что еще. И смотрю ваши остальные отрядики. Сейчас последний день перед последний день отпуска позаписываю по максимуму. Все, такие дела. Мир, дружба, водка, черный хлеб, селенка. С вами был Ник Фрост. Увидимся, наконец-то я могу это сказать. Увидимся, услышимся на канале. Пока.